Сегодня с 10 утра и до 13 часов дня пройдет тренировка участников велогонки на участке 2-й кольцевой. Будет ограничено движение. С 63-го километра по 89-й километр ограничения будут действовать в обоих направлениях до 23 июня. Объехать этот участок в дни тренировок можно по автодорогам Фанипаль-Дворище, Плашево и Фанипаль-Победное. Госавтоинспекция просит водителей заранее планировать свой маршрут с учетом этой информации.